Мы со Снежаной решили испечь рождественскую шарлотку. Сделали кокосовую стружку. Половина торта будет с ней, половина торта будет без нее. Что у нас получится, скоро будет в эфире. Мы обязательно покажем результат. Итак, наша шарлотка готова. Сейчас будем пробовать ее доставать и пробовать на вкус. Получилось очень круто, очень. Сейчас будем разрезать. Вот такая красота у нас получилась. Пышная, воздушная. Просто вкусняшка. И сейчас мы будем это все пробовать. Каждый смазал таким кремом, каким захотел. Но домашние захотели смазать нутеллой. Плюс добавили 2 шарика с мороженым. Надеюсь, что всем будет очень вкусно. Все угощайтесь. Приятного аппетита!